Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Последствия ДТП – пробка на улице Свиридова. В Гомеле произошла необычная авария. С прицепа грузовика свалился автопогрузчик. Дорожный инцидент был зафиксирован накануне. Очевидцы выложили видео в сеть. Автопогрузчик «Амкадора» прокинулся прямо на пешеходном переходе. Пострадавших нет. На проезжей части образовался затор вплоть до момента, пока не приехал автокран. Он-то и поставил тяжелую технику на колеса. Со слов сотрудников ГАИ, причиной инцидента могли стать неисправность или отсутствие на прицепе откатных устройств. Назначена проверка. Повалил бетонную опору и скрылся с места происшествия. Светлогорский автолюбитель наехал на придорожный столб. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и подровнял осветительную опору. Да так, что та раскрошилась у основания и придавила иномарку. Водитель сразу дал по газам, но только уже на своих двоих. Так что, когда на место ДТП приехали сотрудники ГАИ, нарушителя и след простыл. Зато рядом с машиной находился ее владелец. В момент столкновения он был на заднем сидении, самого удара не помнит, так как в тот момент спал, а за рулем находился его приятель. Беглец в розыске, его личность устанавливается. Покрепче бетонного столба оказалось дерево. На него наехал водитель автомобиля ВАЗ-2109 в Добрушском районе. Это случилось на автодороге М-10 недалеко от деревни Селище. То ли автомобилист куда-то спешил, то ли управлению не поддался его автомобиль. Причины ДТП сейчас выясняют в госавтоинспекции, а спасать водителя из раскуроченной девятки пришлось сотрудникам МЧС. Мужчина оказался зажат на водительском сидении. Работниками МЧС при помощи механизированного инструмента мужчина был деблокирован из автомобиля и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми мужчина был доставлен в медицинское учреждение. К слову, это был не единственный вызов спасателей за сутки. В Лоеве им пришлось тушить деревянный жилой дом. Когда приехали огнеборцы, хозяин находился на улице, а крыша сооружения была полностью охвачена огнем. Мужчина признался, что неудачно растопил печь. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями, вместе с тем огнем уничтожено кровля деревянного жилого дома и повреждено потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и их устройств. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.